Павлинчика читателя сегодня устанавливали около детской юношеской библиотеки на улице Горького. Это шестой представитель семейства. Мини-скульптуры уже появились около стадиона «Труд» в Екатерининском сквере, рядом с музыкально-драматическим театром, историко-художественным музеем, а также Следственным комитетом. Всего планируется установить более 10 бронзовых павлинчиков, автором которых является скульптор Илья Дюков. Они станут основой нового квеста, в котором смогут поучаствовать жители и гости городского округа.